Если вам интересно, как вы можете превратить 10 тысяч рублей в 40 тысяч рублей, абсолютно ничего не делая за 4 недели, тогда досматривайте это видео до конца, и, возможно, у вас получится данную стратегию воплотить в жизнь. Человек, чей комментарий продержится 2 часа без лайка, получит от меня $20. Но условия. Во-первых, это должен быть комментарий со смыслом, всякие смайлики, точки не участвуют. Во-вторых, в случае, если я упущу момент, что ваш комментарий продержался, вы можете заскринить и скинуть мне скрин. Именно в тот момент, когда нет еще там лайка. Всем привет, меня зовут Ксения, и сегодня у нас будет видео по одной из моих сделок, которую я открыла примерно месяц назад. И еще я сейчас начинаю двигаться в новой теме, в которой я планирую заработать $1 миллион. Вся информация у меня уже есть в Телеграме, я уже создала по этой теме новый канал, чтобы не путать информацию, поэтому подписывайтесь на мой Телеграм и смотрите, что же я такое придумала и в какой новой теме у меня загорелись глаза. Сразу скажу, что та тема, которой я сейчас загорелась, она без вложений. Но я, естественно, использую вариант с вложениями, он просто немножко ускоряет и увеличивает доход, но в целом вы можете там зарабатывать миллионы вообще без вложений, имея просто определенные навыки и определенные знания. Это непросто. Напротив, очень легко. Также вот-вот скоро уже выйдет у меня и бесплатный курс по трейдингу, который вы все сможете посмотреть, и платный курс, который вы сможете также купить у меня через телегу по сладкой, самой сладкой цене. Поэтому реально рекомендую подписаться на канал и включить уведомления. Так, смотрите, 39 дней назад я начала эксперимент, что покупаю на $100 криптовалюту каждый день. И что примечательно, единственная из таких топовых монет, которые у меня там нет, вот прям из топ-3, так скажем, это эфириум. Потому что по эфириуму я месяц назад открылась на понижение. То есть вот примерно в этой точке, как раз вот какого там, где-то числа 15-го, я открылась в шорт. Я уже половину позиций закрыла, то есть я уже заработала $300. И вот у меня в кросс-марже осталось $78. И смотрите, эти $78 сейчас приносят прибыли в $363. То есть практически 500% я заработала тупо на одной сделке. Хорош. На самом деле, в тот момент, когда я открывалась, я несколько дней думала. Я еще здесь хотела открыться, потом там тут хотела открыться. Несколько дней думала о том, что вот-вот, типа, эфириум должен раздвоиться, так скажем. И всем, кто там держит эфир, дадут еще новый эфир. И логично, что, в принципе, по фундаменталу цена должна ползти вниз. Здесь посмотрела, в принципе, может пробить этот уровень, и самое страшное как раз было вот в этой поддержке. Так как я абсолютно не придерживаюсь политики там торговать в средний срок, в долгосрок, мне так не нравится, но здесь я просто решила потестировать такую штуку. Я теперь хочу раз в месяц открываться на какой-то монетке в ту или иную сторону, в какую я считаю нужной, там, по фундаменталу, по теханализу и так далее, и просто держать эту сделку. Это на втором аккаунте, то есть это мой не основной аккаунт, я еще сейчас хочу несколько субов создать, субаккаунты. И просто вот раз в месяц открывать сделку и закрывать. Но вот здесь я еще планирую додержать, потому что я уже заработала на этой сделке нормально. То есть я уже заработала x2 изначально к тому, что ставила, так скажем. И поэтому здесь я буду держать, ну, минимум до 1000. То есть вот у нас есть вот такая вот зона поддержки. Кстати, хочу сразу поставить здесь take profit чуть-чуть повыше, чтоб 1050, короче. И получается, как только цена коснется данного уровня, а я на 95% уверена, что она его коснется, мой доход составит еще 500 с лишним долларов. Я считаю, что это очень неплохо, что это очень круто. Кстати, вот от этого уровня уже можно будет пооткрываться, я думаю, в лонг. Хотя максимальную просадку, которую я допускаю по эфириуму, это до $900. То есть, если маржи хватит, чтобы, если что, вот этот шум закрыть, или здесь даже усреднить сделку, и потом она улетит, то будет очень круто. И, возможно, даже уже скоро, в ближайшие дни, я начну эту монету закупать в свой портфель. Так вот, в чем состоит стратегия? Смотрите, вы берете какую-нибудь маленькую сумму, которую вам вообще не жалко потерять. Даже это может быть там $50. Смотрите, если бы здесь маржа, например, была изначально $50, и вы бы не закрывались, или я бы не закрывалась, то был бы доход $250. То есть, вложив 3000 рублей, вы могли получить просто 15 тысяч рублей, вообще ничего не делая. Самый кайф в том, что, например, если взять мой доход там в 40 или сколько там, 35 тысяч рублей на данный момент по этой сделке, некоторые люди за 35 тысяч рублей ходят 5 дней в неделю в офис, а вы можете просто открыть сделку и ничего не делать. Но в чем момент? Сумму надо ставить ту, которую прям совсем не жалко потерять. Раз. Два. У меня несколько раз уже чесались руки закрыть. Даже сейчас они у меня чешутся закрыть эту сделку. Но я прям сильно верю вот в эту зону. То есть я сильно верю, что вот здесь
если взять вот этот промежуточный уровень поддержки, и цена уже стремительно его пробивает, то касание здесь будет. И получу я как бы на $200 больше, чем сейчас. Это будет очень круто. С учетом того, что на сегодняшний момент я уже абсолютно ничем не рискую. То есть все идет и идет. Вы берете сумму, которую не жалко потерять, маленькую сумму. То есть я могу себе позволить потерять больше, но надо так, чтобы вам совсем сердце не скрипело, там, чтобы ничто не обливалось, и чтобы вы не думали, блин, сейчас надо закрывать, сейчас солью. Далее, вы ищете какую-нибудь офигенскую просто точку на любой монете. Как ее найти? Можете найти какой-нибудь уровень, можете выставить лимитную заявку. Например, если бы я сейчас выставляла лимитную заявку на понижение, я бы ставила вот от уровня 2000. Лимитную заявку на повышение, в принципе, я могу ставить от 1000. Вот у меня на 1050 закроется, и от 1000 я могу открываться на повышение. И нет сомнений в том, что цена как бы дойдет до 2000. И представьте, если она с 1000 дойдет до 2000, сколько будет ваш доход? Если вы не можете это прикинуть в голове, вы можете вот здесь вот нажать на кнопочку калькулятора и, в принципе, все посчитать. Ну, давайте даже так. Смотрите, если вы пойдете в лонг от $1000 по эфириуму, выйдете из сделки на цене $2000, при этом вы откроетесь всего на $50 с 20-м плечом, то ваш доход составит $1000. По сути, вложив 3000 рублей, вы сможете забрать 60, если ваш прогноз оправдается. Это вообще не финансовая рекомендация, но, в принципе, я бы так сделала. Возможно, кстати, я так и сделала, это же прикольно. А если взять, например, на 100-м плече, так, и объем тогда у нас будет в 5 раз больше, тогда вы заработаете $5000. Но фишка в том, что на 100-м плече любой рыночный шум не в вашу сторону может просто вот так одним махом сожрать вашу маржу. Если открываться там на таком максимальном плече, это, конечно, круто, это, конечно, классно, там, заработать 10000% и из разряда несколько сотен тысяч рублей, вложив 3000 рублей. Но тогда надо найти такую точку, где точно шума не будет. То есть зайти там, дальше, куда точно цена не сходит. А таких точек я не знаю, может быть, вы знаете, или может вам просто повезет. Вот, тут решайте сами. Находите точку, берете деньги, которые не жалко потерять, берете 20-е плечо. 20-е плечо, по моему мнению, это самое безопасное. И в соотношении там риск-прибыль это очень прикольное плечо. Мне не нравится на первых, вторых, там, десятках торговать. Мне нравится 20-е плечо. И 20-е плечо рыночный шум, если вы в правильной точке заходите, не съедает. Вот. Берете 20-е плечо, открываетесь в какую-то сторону и терпеливо ждете. Вообще, в идеале вы можете там закрыть сделку, там, например, 25% сделки, 50% сделки, чтобы забрать свое или там чуть-чуть заработать и так далее. Тут как бы сами принимайте решение. Вообще, сейчас сразу, кстати, буду снимать видео, как вывела 100 тысяч USDT и скрипты наличные доллары, поэтому лучше включить уведомления, чтобы не пропустить такое интересное. И, в принципе, это видео я, наверное, буду заканчивать. Если оно вам понравилось, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока!